Настольная игра «Пират Томми». Игра состоит из вот такой бочки пластмассовой. Вот такого пирата. С пластика. И 24 таких меча. Нож-меч. По 6 штук каждого цвета. Желтый, красный, зеленый, синий. Суть игры заключается в следующем. Пирата мы усаживаем в бочку. Сначала нажимаем, фиксируем и сажаем пирата. Каждый игрок выбирает себе меч определенного цвета. И по очереди вставляет эти мечи в отверстие. Если мы вставляем меч и пират не выскакивает, игра продолжается до тех пор, пока какой-то игрок не попадет в то отверстие, когда пират вот выскочит. Как вот сейчас. Игра очень интересна как маленьким деткам, так и деткам постарше. Вот у меня играют, например, 2-летний сын и 5-летний. Причем стоит отметить, что отверстие каждый раз меняет свое положение, и вот из которого выскакивает пират. Поэтому угадать, в какой следующий раз отверстие нужно воткнуть меч, ну так вот просто не получится. Вот, помимо того, что у маленьких детей это развивает координацию, то есть мечом нужно попасть в отверстие, мы еще параллельно и изучаем цвета. Так что всем рекомендую, у кого есть маленькие детки.